Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война, в которой погибли 27 миллионов жителей Советского Союза. Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, по всей стране проходят траурные церемонии. Глава Северского района Адам Джарим принял участие в торжественном возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь» в честь боевой и трудовой славы советских воинов в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский и настоятель Свято-Никольского храма Станицы Северской отец Петр. Церемонии возложения венков и цветов к мемориалам состоялись во всех поселениях Северского района.